Томат бычье сердце гигант. Первый год этот томат сидела. Вот такой он сердцевидной формы. Вот такие вот побольше размером плодики дальше пошли. Ну и вот выше они завязываются. Здесь вот идут. Пошел в два ствола этот томат. Высотой уже, наверное, 1,60 м-то есть. Значит, бычье сердце гигант. Скоро будем пробовать. Какой на вкус. Томат вернисаж черный. Вот такие не по внешнему виду. Вот зеленый плодик такой с полосочками. Вот зрелый плод идет. Вот такой вот он. Ну, потом сниму в разрезе его. Два плодика только вот окрасились у меня. Ну, выше вот завязались. Вот так вот они. Вот. Ну и выше там тоже завязи есть. Вернисаж черный. Садила первый раз этот томат. Буду пробовать на вкус. Покажу в разрезе. Томат говядина с куста. Вот на сегодня два зрелых плода вот таких. Вот можно уже снимать их. Вот кисточка. Такой плод сердцевидной формы. Вот один немножко. Вот такой вот он получился плодик. Здесь вот поуже идет. Второй кустик. Тоже вот такие плоды завязались. Не знаю, сколько грамм. Значит, говядина с куста. Сниму плоды. Будем пробовать, что за сорт. Первый раз его выращиваю. Томат говядина с куста. Сняты первые два плода. Сегодня 21 июля. Попробовала на вкус. Вкус очень приятный. Чувствуется сладость. Кислинка почти не ощущается. Нежные, мягкие такие, мякоть у томата. Буду брать семена.
томат «Могучее вымя». Уже начинает окрашиваться. Первый год садила эти томаты. Будем пробовать, какие на вкус. Смотреть в разрезе. Вот такие вот плодики. Немножко как форма у них плоская, круглая. Есть тут один большой плод на кисти, два поменьше. «Могучее вымя». Томат «Персик Карма». Этот сорт томата выращиваю первый раз. Вот такой вот он по внешнему виду. Тут немножко биколор смотрится. Ну, потом посмотрим, какой он на разрезе. Так, мы завязались. Ну и выше тоже завязи идут. Лист у него обычный. Бывает «Персик Карма» с картофельным листом. Здесь лист обычный. Высотой небольшой, где-то 1,20 м примерно. Один томатик пробовал, очень вкусный. «Персик Карма».